Доброе утро, дорогие друзья. Видео также у нас из прошлого. Здравствуй, море, здравствуй, небо, облака. Доброе утро, дорогие друзья. Еще раз. Ощущение, конечно, по водичке просто бомба. Вопрос заключается в том, что она прохладненькая. Но так, в принципе, все великолепно. Вокруг моря, вокруг настроения. Дай Бог им совсем здоровья и великолепных ощущений. Теперь надо, как говорится, в новых реалиях заменить машину ногами. Ну что там, после больших промежутков этот километр дался очень тяжело. Видите, где нас не пропадало, и мы все сможем. О, водоросли имеются. Ну, пошла жара. Блядь, это дельфин. Ушел, прыгал, маленький, не маленький, но и хорошо такая чаечки. Ну, вода остывает, конечно, днем было гораздо более приятно. Сейчас прям холодно. Говорится, это все мелочи жизни. Все ощущения в голове. Отключаем и получаем удовольствие. Говорится, потихонечку привыкнем. Ашоту огромнейший привет. С утра созвонились, но говорю, пока нету вариантов. Прокачаемся и будем добираться какими-то другими способами. Просто это очень жестко, когда по номерам. Только красиво с утра. Просто смотришь на это великолепие, аж душа радуется. Море еще идеальное. Класс. Температура воздуха плюс 10 градусов, температура воды 12 градусов. Чтобы вы точно знали, что здесь происходит.
Ну и плавание с одной рукой. Класс. Идеальное утро. Должно начинаться примерно так. Прополоскали нос. То как бы ради чего это все и делается. И он целый день будет просто великолепно дышать. Но сначала посопливит. Потому что начинает морская вода вытягивать. Все, как говорится, сопли из пазух. Но потом становится просто очень хорошо. Какой вдохновенный рассвет сегодня. Солнышко. Это мужики контролируют, чтобы рыба друг другу на расстоянии не подплывала вытянутого хвоста. Смотришь на дно и кажется, жизнь начинается. Друзья, сегодня всех приглашаю на шашлыки. Пойдем с вами пожарим мясо, наверное, кусочек. Это что это? 1 мая? 1 мая. Кстати, с праздником поздравляю. И мы без шашлыков. На виду сегодня день труд, мир труд май, да, на виду дома порядок. И потом шашлыки. Чтобы, как говорится, все было в теме. О, рапанчик. Смотрите, как он был. Прям возле берега стоял. Огромная такая. Попробую ее развить, да? Я вот почти догнал. Не стоит. Это не камбо, это лосик. Оп. Ну, короче, если бы не я, то ее 100% съели бы дельфины. Я больше чем уверен. Оп. Красавчик. Пошел. В общем, какое еще утро может быть лучше? Пошел, пошел, пошел. А что рыбаки сматывают удочки и уходят дальше, так как весь смысл их мероприятия уже теряется. Что-то подумал, короче, вот у нас шашлык. Просто огромнейший. Я в шоке. Кто рано встает, как говорится, тому Бог подает. Ну просто без комментариев. Мне ничего добавить, нечего убавить. Все очень круто. Это утреннее море. Очень много людей пришли, как говорится, здесь подышать воздухом. Насладиться. Вот так вот раньше всегда начиналась утка. Когда-то от 2000-х годов. Ну что, морешка, пока. Зарядка с утра великолепная. Здесь тоже разминка. Вот так вот с голоду не помрем. Море нас прокормит. Я на самом деле сначала хотел отпустить, но потом посмотрел на крупная, большая рыбина. И я последний раз в своей жизни такого лосика ловил, наверное, в детстве. Вот такое вот счастье. Вот он 1 мая, вот он и подарок с отрица. 2019 год, все дела. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데
Один великолепный рассвет. В общем, в обед, друзья, жду вас в эфире на канале. Пожарим с вами мясо с рыбой. Я думаю, будет прикольно. Вы знаете, как я спалил сковородку недавно. Прям хлам. Хорошо, есть еще одна запасная. Так что такие вот дела. Всем приятного, классного дня и доброго бодрого утра.